Городская электричка – транспорт удобный и в мегаполисах востребованный. И в Самаре она есть. Но далеко не весь ресурс в работе. Глава города Олег Фурсов вместе с представителями железной дороги отправляется в путь по маршруту Самара-станция Ягодная. В дороге решают, как сделать железнодорожный транспорт более доступным и удобным для горожан. Электричка соединит новые микрорайоны с центром города. Дорога от железнодорожного вокзала Самары до микрорайона Крутые Ключи занимает примерно 50 минут. От ЖД вокзала до Кряжа всего 7 минут. Без пробок и комфортно. Чтобы городская электричка стала по-настоящему востребованным транспортом, требуется создание пересадочных узлов, куда будут подходить не только автобусы и трамваи, но и созданные парковки для автомобилистов. Остановка на Ягодной. Здесь и должен быть транспортно-пересадочный узел. Но место не самое удобное. Идти пешком до дороги приходится довольно долго. И автобусом подъезжать сюда проблематично. Рациональное решение – перенос железнодорожной платформы ближе к улице Мира в Крутых Ключах. Рядом автобусная станция, и жителям сюда добраться удобнее. Железная дорога является очень важной транспортной артерией для города. У нас в Самаре она недостаточно активно используется. Популяризация будет связана с представлением новых услуг или, скажем, нового качества услуг. Это должны быть современные транспортно-пересадочные узлы, которые позволяют пользоваться не только электротранспортом, но и пассажирским автотранспортом, который развит в Самаре. Это доступные связи со станциями метро, разумеется, ну и сопутствующая инфраструктура. Хорошие подъездные пути, тротуары. За 3 года число жителей строящегося микрорайона может вырасти почти в 3 раза, до 200 тысяч. И развитие транспортной инфраструктуры особенно актуально. Участвовать в создании пересадочного узла готовы инвесторы, строители и представители торгового центра. Многое уже сделали железнодорожники. В этом году должна завершиться реконструкция всех платформ в городе. Это часть подготовки к чемпионату мира по футболу и соглашения, подписанного с городскими властями. Очередной этап, вот это сегодняшний наш проезд с главой города по маршруту следования. Следующий этап как раз будет создание системы развития транспортных пересадочных узлов с подвозом пассажиров, с удобным подвозом пассажиров и синхронизация расписаний различных видов транспорта. В течение 3 месяцев должна быть разработана городская программа «Транспортно-пересадочные узлы Самары», в которой и найдут отражение самые выгодные и быстрые в исполнении решения. На обратном пути остановка на станции «Пятилетка». Здесь задача организовать удобный подход к станции метро «Кировская». Так, к городской электричке будут подключены все виды наземного пассажирского транспорта. Кроме того, Олег Фурсов поручил главам районов привести в порядок территории рядом с железной дорогой. Необходимо покрасить и восстановить заборы, спилить ветки деревьев и установить дополнительные фонари на дорогах, ведущих к станциям. Марина Кравцова, Константин Головин. События.